Кучка студентов, что пришли пикетировать французское посольство в Астане, долго томилась в нерешительности. Их едва ли не пришлось провоцировать, чтобы они побыстрее приступили к тому, зачем все это затеяли. Убедившись, что все внимают, студенты по-казахски грассируют. Мы хотим справедливого наказания Мухтару Аблязову. Молодежь, которую в сети незатейливо обозначили как «облязофобы», оказалась из главного вуза страны – Евразийского государственного университета имени Гумилева. Полиция сегодня была на редкость толерантна к затее столичных патриотов. А вот собираясь на этот флешмоб, вы не боялись, что у вас могут правоохранительные органы разогнать, потому что даже тех людей, которые собирали подпись в защиту закона о пересмотре закона о пенсионном обеспечении, их как бы преследовали. Это, наверное, это те, которые митинговали, это те, которые были против. А мы не против, мы просто проводим флешмоб-акцию. Молодые люди вырядились в костюмы мушкетеров. Это, видимо, претензия на знание политической карты мира. В погоне за эффектами нерешительные студенты, кажется, даже забыли передать письмо французскому послу. Этот момент все упустили. Выходим, все. Мы уже отдали, пока я давал интервью, отдали. Подобный наскоро организованный гнев народа – главная примета политического августа. В Алматы общественность уже репетировала радость встречи с оппозиционером Мухтаром Аблязовым на родине.